интересные, и они типа такие, ну да, типа ты делаешь, я такой, ну да, я как бы делаю. И вот, наконец-таки они сделали сегодня, вчера, позавчера. Переходим на скриншот, ну давайте прочитаем новостной пост и, ну, нормальный логотип, который не стыдно даже вот на форум проекта поставить. Раздел проекта, типа, ну, неплохо с учетом того, что Trinity Roleplay, то есть full roleplay игрокам, вот этим вот всем. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Здравствуйте, привет, и как поживают все? Мы продолжаем, бля, кто мы-то? Вот кто мы? Я продолжаю свой марафон, так скажем, без мобильных проектов на своем вот этом вот канале, и все остальное я также, кстати, делаю, если кому-то вдруг, ну, мало ли, интересно, и они типа такие, ну да, типа ты делаешь, я такой, ну да, я как бы делаю. Так вот, сегодня мы с вами обсудим новый дизайн форума от 3 GTA, потому что до этого у них был просто какой-то, ну, я не знаю, ужас. Ты смотрел на все это, ты думал, чуваки, вы серьезно? Это же 2020 год. Это же, ну, проект в GTA Сампе. Вы же там зарабатываете миллиарды рублей, денег и всех прочих вещей. Почему вы не можете сделать себе нормальный форум? И вот, наконец-таки, они сделали сегодня, вчера, позавчера, сегодня. И мы на все это давайте посмотрим, потому что я уже с мобильных вот всех этих проектов научился обозревать все вот эти вот вещи, и, ну, типа, я теперь смогу все это обозреть. Так вот, переходим на скриншот. Ну, давайте прочитаем новостной пост, новостную статью, все прочие вещи. Trinity GTA наконец закончили свой форум. Над блоками с темами там появился огромный новостной слайд-баннер. А в будущем игроки смогут переключаться между светлой и темной темами. И тут еще спрашивают, красиво ли получилось. Ну, давайте сами все это посмотрим. И, ну, вроде как, ну, получилось-то неплохо. И вот этот вот шрифт на логотипе, наконец-то они как-то вот изменили весь этот логотип Trinity GTA. Потому что то, что до этого было, какие-то, блять, сопли там вокруг этого всего, там, Trinity Roleplay, Trinity GTA, все про какие-то провода, прочая хуйня. Ты смотрел на все это, думал, блять, это кто? Это какой горе-дизайнер-то вообще делал, блять? Вы че ебнутые? Зайдите на YouTube, напишите, как создать логотип, вам там подскажут, вы все сделаете нормально. И, видимо, чуваки зашли, видимо, чуваки вот наконец-таки сделали себе нормальный логотип, который не стыдно даже вот на форум проекта поставить. Я не знаю, обновляли ли они сайт и вообще есть ли у них сайт, потому что на Trinity Roleplay и GTA Roleplay я вообще никогда не играл и не знаю, что он там из себя представляет. Может быть, я зайду когда-нибудь, а там вообще, я не знаю, место проекта сковородка, да, лежит, висит и вот так вот. Так, ну давайте посмотрим. Форум обновлен. Вот какая-то новостная новость. Вот тут есть мы ВКонтакте, донат и все прочее. Потом там идут форумы вот эти вот все. И в целом оно ничем не отличается от других проектов, на которых есть форум. Только вот это вот все выполнено теперь в одной стилистике, в такой более-менее приятной, такой лаймовой. И в целом, ну, наверное, это неплохой форумный раздел проекта. Типа, ну, неплохо с учетом того, что Trinity Roleplay, он из части игрового мода выглядит немного таким, знаете, старым, потому что этот инвентарь, вот эти вот все прочие вещи. Хотя я давно не заходил туда, может быть, там что-нибудь поменялось, и уже сейчас там можно нормально, так, знаете, более или менее поиграть. Но сейчас вот я просто на все это смотрю, думаю, ну, Trinity Roleplay, GTA Roleplay, они, наверное, вот, ну, красавчики, сделали неплохо и вообще замечательно. То есть full roleplay игрокам, вот этим вот всем говноедам, которые там в загоне стоят, им, наверное, все это понравится. Остальным чувакам, ну, наверное, тоже должно все это понравиться, потому что, ну, типа, а нахуй они все это делали, если вам все это не понравится? Ну, типа, ну, это же какая-то вообще полная залупа и хуйня, вы че, ебнутые, блять? Все всем должно понравиться, и все у всех, наверное, будет хорошо, замечательно и круто. Хотя, может быть, и нет. Однако, я думаю, что на этом уже, знаете ли, мы вот этот видеоролик можно заканчивать, и вы уже там, ну, пойдете, я не знаю, смотреть другие видеоролики, и, возможно, вы пойдете делать еще какие-то вещи. А это был, как бы, ну, обзор, вот, самый интересный обзор на Trinity Roleplay, GTA, форум, RP, RPG и все прочие вещи, вот. То есть, я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, а вы смотрели обзор на проект Trinity GTA на их форум новый.
новый, да. Вот, на Arizona Rally Play, кстати, есть мой никнейм Dante Connor на сервере Phoenix, а там же на этом же самом сервере есть мой промокод NoToxic54, и там же в описании есть ссылочка на мой, так скажем, телеграм-канал, в котором постятся разные вещи, и в которых я рассказываю о разных вещах, возможно, о каких-то блокировках, еще о каких-то вещах. Новости у меня там из жизни идут, да, как я там, я не знаю, в Анапу съездил, вот, поэтому заходите туда, у меня там много всего будет и много всего не будет, вот. Всем до свидания и, наверное, пока. Играйте на Arizona RP и смотрите на форумы Trinity Roleplay GTA RP. До свидания всем.